Наступил дачный сезон, и с его приходом увеличилось количество загораний, происходящих на дачах. Многие граждане стремятся в праздничные дни выехать на свои загородные участки. Однако следует помнить, что перед началом дачного сезона необходимо проверить состояние потенциальных источников повышенной опасности. Это печное и газовое оборудование, электроприборы и электрические сети. Помните, за время вашего отсутствия в зимний период проводка и электрические приборы могут отсыреть и стать причиной короткого замыкания. На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения – бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель. Если пожар все же произошел, не паникуйте. Зовите на помощь соседей, сразу же вызывайте пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного 101.